Готовим за 1,5 часа. Вкусный салатик, летний легкий супчик, картофельное пюре и куриные отбивные под шубой. Делаем мясные заготовки. Куриную грудку нарезаем поперек волокон, кусочки побольше пойдут на отбивные, кусочки поменьше на фарш для фрикаделек. В фарш я добавила только сванскую соль, перемешала и сформировала такие маленькие фрикадельки. Куски куриной грудки я отбила с помощью целлофанового пакета с двух сторон. Мясные заготовки готовы. Куриную грудку я посолила и немножко добавила паприки. Морковь натерла на терке для моркови по-корейски, вот в такую стружку. Также и поступила с кабачком. Картошку поставила вариться на пюре. В кастрюле на растительном масле обжарила лук и морковь. Куриные отбивные выложила в форму для запекания. К обжаренному луку и моркови добавляем воду, можно бульон, доводим до кипения и закидываем наши фрикадельки. Для шубы берем зеленый лук, помидоры, натертые яйца, сыр, чеснок, немножко соли и майонез. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем шубу на куриные отбивные, посыпаем сверху немного сыром и убираем в духовку. Фрикадельки в супе проварились минут 10-15, добавляем лапшу из кабачка, перемешиваем, солим, добавляем специи по вкусу, варим еще минут 10 и добавляем помидоры. В конце добавляем любимую зелень, готово. Для салата нам потребуются крабовые палочки, огурцы, кукурузу, вареные яйца, морковка по-корейски и немного майонеза. У нас все готово. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!